Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости канала, все, кто ко мне зашел на огонек. Я еще в Корее снимаю красивое видео. Приехали в школу, где учился мой зять. Ехали достаточно далеко от города, Чунип, он там всегда жил. Но, как мне объяснила дочка, что обычно школьников возят на автобусах в школу и из школы. Вот такая школа, здесь два корпуса. Two building? 3 года. Настя? 3 года в одном учатся и 3 в другом. А, ну вот, 3 года в одном и 3 в другом. Эта школа только для мальчиков или нет? Да. Только для мальчиков. И сейчас она так же? Да. А что, в Корее такое раздельное обучение? Где как. Где как. Вот наш зять учился в школе для мальчиков. Ну что ж, пойдемте. Если она открыта, посмотрим. Что, туда можно зайти? Можно. Если она открыта, то нас пустят, я думаю. Нет, сейчас она закрыта, потому что каникулы. А, сейчас каникулы у них тоже? Угу. А что вот это означает? Вот этот вот камень такой, что здесь написано? Скажите мне, рок такие продажи. Когда была построена, основана школа. Это не дух школы? Нет. Понятно. Такой переход есть там крытый. Ну, пойдемте новый дальше. Новый достаточно, 93-й год. В 93-м году построено? Вон написано. А я не вижу, где тут написано. А, вот вижу, 93-й год. Да. Джунхун, да? Do you like your school? Ой, посмотрите, как деревья перевязаны какой-то соломкой. Это что значит? От жуков? Так это надо так на даче применять. Может быть, там чем-то пропитано? От муравьев, может быть, нам тоже пригодится такие знания корейцев. Ничего себе, от жуков. А что, жуки не ползают, что ли, по этой соломе? Интересно. Ну ладно, посмотрим дальше. Это спортивный зал. Как здесь много зданий-то? Я думала, что только всего два. Много, это спортивный, конечно, зал? Это вся территория. Спортивный зал. А там что? Это все? Это все корпуса. Ой, как красиво-то здесь. Ой, как здесь красиво-то тоже. Ой, смотрите, тоже все дерево обвязано. Тоже от жуков или чтобы не замерзло? От жуков. Может, тоже здесь за жуки? Ой, а тут какой-то человечек. Это символ острова Чеджудо. Символ острова Чеджудо? А почему он здесь? Мы же не на острове. Просто так. Интересно как. А вот тот камень все-таки, наверное, дух школы. Мне почему-то хочется так думать. Очень строгая постройка 93-го года. В цветах? Да, вообще все в цветах. А вот еще какой-то человечек. Тоже. То же самое, это такой же? Это Чеджудо. Тоже. Каникулы бывают? Ну что ж, раз здесь каникулы, здесь, наверное, закрыто. Такие красивые сосны, такие аккуратные. Я думала, она сломалась. Нет. Она так растет. Все так аккуратно. Вообще в школу можно зайти просто так. Вот мы на территории школы. Никакой охраны, как у нас. Когда не пускают даже родителей без паспорта. Какая интересная беседка. Джунхун, what is it? Интересно. Какие-то ветки наверху. Это тоже, наверное, летом цветет или нет? Или это просто ветки? Это роза, скорее всего. Это живая она или нет? Или это просто ветки наложены? Я не помню, надо летом приехать. Знаешь? А, да-да-да, это стволы. Значит, это тоже все в цвету летом. Я говорю, это роза, скорее всего. А что это вот здесь? Что это? Просто скамейки для отдыха? Да? Угу. Для отдыха? Как дети в школу придут, пойдут, ты увидишь, что здесь.
Тут носится, небось, везде. Да, здесь, наверное, шумно. А может быть и не шумно, я не знаю, как дети себя ведут. Шумно. Ой, слушайте, вот смотрите, какой ствол. У него даже коры нет. Ничего себе. Вон он растет. Видишь? Вот это такой ствол. Да-да-да. Вот как, какой-то сказочный просто ствол. Ага, и вот второй. И вот из этих, получается, двух стволов увита вся площадка. Это получилась крыша. Ничего так себе. Все так аккуратно. Красиво. О, это вода? Питьевые фонтаны. Питьевые фонтаны? Питьевые фонтаны. Интересно, они работают сейчас или нет? Нет, надо попробовать. Нет, сейчас закрыто. Что-то вот тут написано. Ничего не понятно. Может быть, сюда воду заливают какую-то чистую в этот бак-то? Это с какого месяца, по какой сейчас каникулы? Сибиоль. Крисмас там. Крисмас. После Рождества. Уже выходит? Начинается каникулы. После Рождества? Корейского Рождества. Крисмас Чонинга. Крисмас Чонинга. Крисмас там. 25 февраля каникулы. Ну, он не помнит точно когда. Ну, когда там непонятно, но понятно. Понятно. То есть 2 месяца. А когда еще каникулы бывают? Ойма. Я думаю, это туда. И летом 2 месяца. Летом и зимой каникулы. Остальное время учатся. Горы, красота. Ой, а здесь-то как красиво. Посмотрите. Красиво. Ой, а здесь какой-то... Как это назвать? Пруд, не пруд, конечно же. Это. Здесь тоже, наверное, все цветет красиво летом. Это все цветочки. Вот такой мостик. Вот и так. Он как красиво. Там рыбка плавает, смотри. Где? Это карпкой японский. Полосатый. Только две их. Где? Полосатый, красный там такой, он куда-то уплыл на дно. Это карп кой. Карп кой. Ну, лежит на рельсе. Вот это территория школы, это я понимаю. Откуда здесь машины, интересно. Ну, есть же кто-то работает сейчас. Так, а что, сможем мы туда, не сможем внутрь, да, зайти? Ну, расскажите мне тогда про кубки. Так, сейчас вот я вам рыбку показываю. Вон рыбка купила, увидите. Я вижу. Большая там рыба. Еще больше была у того под камнем. Они, наверное, там вот греются она. Сейчас. Где-то в глубине. Вот такая она. Какая-то. Спряталась. А расскажите мне про кубки. Что за кубки здесь в школе? Сколько здесь кубков? Много? Ну, чем у нас школе наш мальчик есть своя прославился. Зона, где кубки хранятся. Угу. Шкаф, грубо говоря. С наградами. Ну, это понятно, с наградами учеников. Так кому там готовят, нам? Мы когда ходили, в прошлый раз 2 кубка стояло у мужа. Угу. За бокс. За бокс? Угу. То есть у нас мальчик боксер. Наш мальчик боксер, он боксировал и занимал какие-то места, да, призовые. Но я думаю, что где это... первые, где вторые. Где первые, где вторые. И вот эти кубки, награду, которую получил ученик школы, хранятся в школе до сих пор. Но, к сожалению, вот нам сейчас не удастся их посмотреть, потому что каникулы. Но придется поверить на слово тёще корейского зятя. Летом приедешь еще раз. А это что здесь у нас? Что это за переход? Это все школа тоже? Там библиотека. Библиотека? Школьная библиотека. Школьная библиотека. Очень красивая территория. Тут приятно учиться. Не облепихал и делают такие вот вещи. Крыши. Чтобы не напекло солнце? Такая забота об учениках.
Здесь-то как красиво. Вот это все летом цветет. Да я уж поняла, что здесь. Если так красиво зимой, то летом здесь вообще глаз не отвести. Красиво. Главное, что такие переходы. А, и не только от дождя. От солнца, да, в первую очередь от солнца, да. Смотрите, какая красота. Какой красивый садик. Так красиво. По фэншуй, наверное, что-нибудь здесь. Я так думаю, посажены цветочки и деревья. Я думала, что вот эта сосна так и растет, когда видела такие сосны рядами, ярусами. Оказывается, это их так стригут. В Корее не знают, что такое фэншуй. Очень красиво. Даже вот просто ходить, гулять, прийти сюда. А что там? А там что? Там нет стены стеклянной, в которую я ударюсь. Какие-то камни, сад камней, что ли. Просто ограда. Слушайте, а самое главное, что нас никто не остановил, и никто нас отсюда не выгоняет. С криками сюда нельзя. Такого не бывает. Анде, анде. Сейчас бы охранник нас быстренько за шею вытолкал. Не дал бы такой красотой насладиться. Ну что ж, вот я вам показала школу корейскую. И вот эти вот стриженные сосны впереди. Очень красивые. Вот они. Вот это переработка. Конечно. Серьезно? Вот это, крупинки, которые, бутылки, не будет, все это переработка. А еще. Переработка. Это не асфальт, но вот крошка какая-то. Я Сеги Ташимандероё и Командероё. Ох, да? Ой, сколько там сосен красивых. Вот они какие все стриженные. Ну и ванники. А здесь, наверное, они бегают, может, физкультура. Наверное, здесь. Для спорта. А вот умывальники какие. Их, наверное, маленькими стригут, потом они так и вырастают. Вот такая школа в Корее. Самая простая школа, можно сказать, в таком захолустном городке. Ну, это я так выражаюсь, чтобы было понятно, что это не какой-то там крутой город, это не Сеул. Это обычный город. Чонып. Вот здесь так красиво. Такая территория школы большая. Дети учатся с утра до вечера. Учатся они много. Красивые деревья. Очень красивая территория школы. Такой городок школьный. Ну, в Корее все школы. А здесь 10 лет учатся или сколько? 11? У нас... А сколько? Здесь, я не помню. Ну, спроси. Здесь, по-моему, по 3 года. Начальная, там средняя. Да, вот начальная там. Школа, средняя школа. Ой, смотрите. Вот это все цветы. Это все цветет. Да? Полностью. Да, это цветет. Любимые цветы манго, между прочим. Что у них есть? Она их любит есть или что? Нет, почему она у них любит лежать. А, они же вроде как веточками там. Ну да, она все равно будет ложиться. Вот. Какое-то отдельно стоящее вот это здание. Вот это вот здание отдельно стоящее. Может быть, какая-то столовая. Кстати, там что-то готовили в том здании, да? Повара работали. Ну, наверное, здесь работают учителя. А, это мы пришли к другой беседке такой же. Мы сделали круг вот от той беседки, вот направо по часовой стрелке обошли здание. И вот сосна. Темная почему-то. Красиво все оформлено.
тихо, так сейчас спокойно. Вот вам январь месяц. А как будто бы осень поздняя, да? Как будто поздняя осень или ранняя весна. Даже не знаю, как правильнее. Да. Все чинно, аккуратно. Ну, пока нет детей, все спокойно. Если дети тут, конечно, носятся, ну, дети есть дети, школа есть школа. Это опять крыша от солнца. Оно очень жарко. Вот такой тут лев сидит. А это бамбук. За львом вот этот куст, это бамбук. Очень интересно посмотреть, как здесь дети в школу идут, есть ли у них линейка. Так, а там большой стадион. Большой стадион. У нас в машине лежит, вот на дереве растет. А, это для... А посмотри, сколько того, шишек чтобы... ты засними вблизи. Сейчас. А здесь что, она уже не увеличивается, что ли? На максимум. Нет, вот это груша, не груша, не знаю, как называется. В машине у нас лежит, которая. Да, запаха. Она для аромата в машине. Чтобы химическим воздухом не дышать. И вот такие вот. Не знаю, может быть, это какая-то покажи типа груши. Сейчас покажу. До шишек еще не дошли. Вот сколько шишек. Вот сколько шишек. Красота. А это стадион. Сейчас я спущусь и быстренько вам покажу. Вот такой стадион. Рядом с горами. Муж здесь бегал в детстве. Круги нарезал. Да? Ну, конечно. Ну, конечно, раз он здесь учился. У них нет ГТО, наверное. И там тоже умывальники какие-то. Ну, когда побегаешь, умыться да, же надо. Надо же, как все. Побегал, умылся. И горы кругом, и так тихо. А по марафану? Ну что ж, я заканчиваю свой рассказ и показ вам о корейской школе, в которой учился мой зять. Другие школы, наверное, по-другому как-то, но оформлены это точно. Все они, я думаю, разные. Есть школы, где учатся вместе девочки и мальчики. Эта школа почему-то специализируется только на обучении мальчиков. Всем пока-пока! Пока! 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 Самый фрукт, который я вам показывала, рос на дереве, который используют... старшее поколение в виде ароматизатора в машине. Могуа. Могуа.